Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы отправимся ужинать в обалденное место. Ужинать, друзья мои, мы сегодня отправимся в ресторан «Саро» на Петроградской стороне. Он находится на красивой набережной, и сядем мы на террасе, чтобы любоваться летним Питером. Ресторан «Саро» – это прекрасный проект с комфортной едой, итальянскими специалитетами, японскими устрицами, винтажной мебелью и большим количеством солнечного света. Несмотря на то, что меню небольшое, глаза просто разбегаются. Я выбрала паппарделле с рагу из утиных ножек и трюфельным соусом. И я могу сказать, что это лучшее, что я ела в последнее время.